Доброе время суток, дорогие друзья, с вами Чердак Норд. Ух ты, да ты чё, блин? Ты слышишь? Вот так. Доброе время суток, дорогие друзья, с вами Чердак Норд. У кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Продолжаем мы с вами тут заварку приключений. Пёс бродячий не дал мне даже вступительное слово сказать, просто налетел как угорелый, блин. Чего вообще себе позволяет? Так, как вот штуку... А, мне надо, наверное, палку убрать, тогда она будет работать. Ну, я так думаю, вон ту палку, наверное, золотую надо убрать, все будет работать. С наступающим всех, ребята, так как скоро уже Новый год, поэтому пусть все будет хорошо. А мы погнали проходить варку. Может быть, в перерывах между покупками ты заглянешь на чердачок. Так, что такое? А что за звук был? Что такое? Ты тоже это слышишь? Я, да. И чё? Где сокровище? Кстати, я давно вот этим приемом не... Кроссовелла. Вот это мы с ним разветывались. Вот этот прием мы... вот этот, с ног не сбивали. Опа, давненько. Погнали. Скайрим какой-то начался вообще. Тебе не кажется? Драуги всякие, скайримские эти, норды всякие. Так, я так тут помню, было слишком их много. Добивай, добивай их. Тихо, тихо, тихо. Готов. Отлично. Отлично. Вот это мы красавелла делаем с тобой. Так, куда это ку указывает? А это все на ту. Беги. Вот и все. Фу, делов-то. Только в путь их разматываем. Дурачье это. Где я, кто еще? Ну это прям были какие-то пацаны-пацаны. А первые-то были какие-то собаки. Так, тихо. Я понял, туда уже можно лезть, но нам пока не надо туда. Ой, ой, ой. Вот эту палку, наверное, надо убрать. Да. Мы иссушили источник, серьезно. Вот это да. Источник, который нас убивает, между прочим. И получается, надо постепенно будет их осушать, да? Тихо. Теперь я могу вернуться обратно, да? Да, уже как бы ничего не поднимется у нас. Это хорошо. Так, зачем мне... Я могу вот на вот эту балку забраться. Как бы вопрос. Возможно, секрет какой-то? И куда? А, это обратно вернуться туда, где я был. Но мне так не надо. Это вон туда перепрыгнуть получается. Так, но мне надо понять, а куда, собственно говоря, идти? Цепляться за крюк и вниз спускаться. А что ты не цепляешься? Ну, алло. Ну, видимо, нет. Видимо, откуда-то оттуда надо идти. Не знаю. Сейчас посмотрим, как это лучше сделать. Ну-ка, а отсюда ты цепляешься? Да, цепляется. Ну, допустим. Давай маленько повисим, посмотрим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он опять начал наполняться. А-а-а, я за круг потянул, и он обратно. Все, все, я понял. Я понял тебя. Короче, надо это... Да, блин, не долетело.
Я понял, короче, если я на палку нажал, то крюк этот опустил. Соответственно, мне больше, если я хочу наполнить обратно воду, ну, эту смертельную какую-то воду, то надо обратно за крюк дернуть. Но мне это не надо. Получается, получается, мне надо просто вниз куда-то идти и новые какие-то дела дергать. Здесь как бы я вряд ли перепрыгну, погоди. Хотя она смотрит. Да, она смотрит, значит прыгает, молодец. Куды дальше? Ну я понял, за ку как бы дергать не надо. Все опять наполняется. Хорошо, это... Почему ты на вот это смотришь? Что это? Просто стоит? Что это? Бзю-бзю-бзю-бзю-бзю. Может взорвать надо? Нет, не знаю. Так, тут могу спуститься? Нет, тут вряд ли могу спуститься. Да блин ты, ё-моё! Там, кстати, опять ку где-то было. Но это, по-моему, тот же самый. Блин! А, вот еще, кстати, кушка. Вот оно что. А, теперь мне сюда как-то надо перепрыгнуть. Вопрос, как это сделать? Вот ту давай, блин. Так она не делает. Отойди. Ну достань ты до той. Потому что если я сейчас прыгну просто, мне кажется, она опять разобьется. Ну как бы, мне кажется, это глупо. Но я попробую. Вот прямо здесь, вот смотри. Да куда ты? Вон еще, кстати, там много этих колес. Ну типа дергать за кольцо смысла нету. А может быть надо дернуть и сразу опуститься, нет? Ну как вариант. Чтоб оно сильно не напрягалось. Тут она типа убьется, я понял тебя. Тогда как мне спуститься, друг, чтобы не успела набраться вся эта хрень? То есть ты мне предлагаешь прям... Так оно наполняться стало, ну ты... То есть она, получается, дергается не от моего веса наполняется, а просто сам факт, что я ее дернул и все. Ну блин, ну так-то неинтересно. Теперь мне надо вот за вон ту, я понял, за вон ту мне надо. Там прекратить подачу всей этой серной кислоты какой-то. Дай... Там уже ходит друг, кстати. Может... Подожди, блин. Я не понимаю, что... Как мне спуститься? Здесь, когда я падал, загорелась кушка. Опять же, вот здесь, вот есть такая штука. Типа, можно ехать. Не помогло. Не помогло. Может быть, там спуститься и вниз можно на вот эту штуку, кстати, упасть. Возможно. Ну-ка. Но опять же, это я прямо как-то с бубном. А, вот, смотри-ка. Эти есть. Расщелины. Ну-ка, запрыгнешь сюда. Она сюда не прыгает. Вот. Ну вот же есть эти расщелки. Ну как ты... Ну что, ну трудно зацепиться, что ли? Я понять не могу. Не цепляется. Видно же, что может прыгать, но не прыгает. Может быть, вот с этой штуки надо было прыгнуть. Ну, куда ты, блин, ну? Я должен повернуться, что ли, туда прыгнуть? Так, что ли, это работает? Ну, просто я тут больше не вижу какого-то адекватного способа, как я могу вниз спуститься. Ты видишь? Я нет. Вот здесь она не цепляется. Ну, и что делать? Ой, короче, вечно меня вот эти какие-то моменты прямо раздражают. Теперь, ну куда ты летишь-то? Ну ё-моё, ну туда подтолкнись ты, прыгни. В бок, ну чё, в бок нельзя, что ли? Всё же умеешь делать, Варка. Ну, сюды-сюды, топали-топали. Куда она там цепанулась?
Главное, высота-то не такая уж большая. Ну, вдолби ты этот крюк куда-нибудь, не знаю, в пол, ты спустись, блин. Не знаю, может, вот это как-то работает. Может, его можно как-то... Что здесь происходит? Почему он такой звук появляется? Может, его как-то можно вести? Да нифига подобного. Как этот источник святой перекрыть, а? Ну-ка, давай-ка посмотрим журнал. Что скажет мне? Возможно, я смогу осушить бассейн, остановив поток из... Ах, офигеть, какая загадка. Ой. Подсказка, слушай, я прям вот... Прямо до этого я не догадался. Ты мне объясни, как слезть-то отсюда нормально. Ну, правда, ну есть же какой-то адекватный где-то способ. Вон тоже балки всякие. Может быть, на вот эту надо балку спрыгнуть? Это высоко все очень. Вот это вот, да? Да, это все высоко очень. Она опростоволосится 100%. Как я тогда, если не использую этот крюк, могу здесь спуститься? Ну, ё-моё, а игра мне говорит, а этот крюк использовать нельзя. Все обратно наполняется, и ты погибаешь. На этого хрена я тоже спрыгнуть не могу. Он пологий. Да, ну что опять за текстурные эти игры? Ну правда, как спускаться-то? Вечно придумывают вот эту какую-то фигню. Здесь что? Здесь только крюк у нас. Не знаю. Это все, конечно, весело, прекрасно, но... Как спускаться-то? Это я просто круг сделал. Здесь, получается, обойти никак нельзя. Я не знаю. Вот в очередной раз я не знаю, как это все делать. А, ты вот так можешь? Погоди. Но раз она здесь вот так вот смогла сделать, получается, зачем мне это? Куда она может? Ну-ка. Куда ты смотришь? Она головой мне должна подсказать, куда она вообще смотрит, куда она дальше свой вектор развития направляет. Но здесь я не вижу, за что она может зацепиться. Ну хорошо. Так опять полился источник. Он опять льется и до самого этого. Тут даже нет никакого островка, чтобы я скрылся. И в чем смысл тогда? Докуда он наливается? Но он до самого второго, смотри. Я не знаю просто, как это работает, блин. Может, пока он спускается, хотя тут заставка идет. Не, ну что за бред-то? Я хочу просто сам догадаться, как этот бред мне решить. Оказывается, неожиданно вон, где этот бред решается. Смотри, вот, в самом начале есть, короче, вот эти ступеньки, которых я не заметил. Ну, полетели туда, значит. Кто бы знал, а? Ну, их же не видно там изначально. Все, погнали туда. Я осмотрелся еще раз. Ну, их отсюда, да, вот эту панельку вообще ни разу не видно, скажем так. Так, здесь докуда? Получается, я могу сюда. И там этот хрен, по-моему. Хрен, по-моему, этот возникал вновь. Так, здесь надо быть аккуратным. Куда здесь могу перевернуться? Что такое?
О-о-о, они одноразовые, серьезно? Такого еще у нас не было. То есть, типа, туда я больше не вернусь. Ну и ладно. Больно-то надо было, да? Так, а здесь куда? Я могу, кстати, и туда пойти, и туда. Давай сходим туда, прогуляемся. Че, мы зря, что ли, в цирке Дюсалей выступали? Тихо там. Грация пантеры, давай. Серьезно, они падают? А, это меня просто напугали, что ли? Я просто хочу посмотреть, что здесь. Я думаю, может, какое сокровище или что. Сейчас окажется, что я зря сюда иду, мне надо было туда изначально идти и все. Опа. Ну давай смотреть, что здесь. Кто? Где? До свидулика. Да, свидулька. Вот она хребет им ломает только путь. То где... Ой, вылезли пацаны. Тихо, пока не встал. Опа, хребет. Опа, хребетчин. Нормалек. Так, наверное, зря я сюда, кстати, ушел. Все-таки зря. Но опять же, по кругу можно обойти. Здесь-то вон проход есть. Пойдем. Хотя вот тут, наверное, придется что-то прыгать в центр зачем-то. И тут я смотрю, грань-то это постоянная. Да, это, видимо, мне потом надо будет идти здесь. Ну ладно. А, тут вот так вот. Хорошечно. Ладно, пойдем обратно. Если, конечно, я обратно смогу запендюриться, а обратно я уже не смогу запендюриться. Отлично. Просто шикардосно. Вылетел на свою голову. Надо было туда идти и осушать этот колодец. Вот и все. Нет, зачем-то поперся сюда. Так, здесь куда могу сигануть? А, тут что ли, хочешь, чтобы я так прыгал по этим штукам? А, точно. Смотри-ка. Так, погоди, тут я... А, вон куда тут можно прыгать, всё, понял. Отлично. Ну, вот так мне нравится. Так мне нравится загадки решать. А не вот это вот ваше бегание туды-сюды. Опа, молодец. Как это ты так? Все, красотка. Так, вылезай какая-нибудь. Бульк. Так, это что такое? Это просто кольцо, которое мне позволит перелететь? Да ё-моё, блин, ну ноги-то надо было подобрать. Чего это такое, кстати, я все время беру? Апти? Нет, это не апти. Так, тут надо как-то мне раскачать. Да ёшки-матрёшки! Что это за такая вода, что она от прикосновения к ней просто сразу гибнет? Сколько эта вода должна быть? Ну, не вода, а субстанция. Так, давай тогда раскачаемся нормально. Хуйч! Молодец. Красавелла. Так, здесь, получается, мне надо будет прыгать по вот этим штукам. О, это что такое? Это мне типа ты ворота, да, сделала такие? Да ё-моё, ну ты же ворота сделала, цепляться за которые. Ну ты ж видел сам. Ну это ж очевидно. Что, разбегаешься? Ну, я так и хотел сделать первый раз. Почему не получилось, я понятия не имею. Да куда ты? Молодец. Так, тут эти обрушаться не будут. Эти выглядят постоянными. Так, кто? Где?
Ломай его полностью. Так, по два стали выходить. Тихо, давай. Да куда ты? Нормально. Такой способ она действенно изобрела. Опа. Короче, надо было изначально идти вот по этому короткому маршруту. Не знаю, зачем я пошел по длинному. Надо было здесь просто перепрыгнуть и все. Я зачем-то поперся. Ну, как всегда. Так, здесь получается вон эта палка. Тихо, тихо, тихо. Получается, надо запрыгивать. И как-то к ней туда прыгать. Опа. Закрыли, осушили. Молодец. Еще один уровень. Так, как теперь мне обратно? А, ну обратно, в принципе, наверное, не так уж и сложно. Или сложно? Нет, если отсюда, в принципе, тогда нет. Так. Так. Бульк. Так, ты там не утонешь, нет? Кто, где, скотина, вылезай! Готов. Еще один где-то был. А, вон он застрял. О, красавелла. Еще будут гады. Но мне кажется, они периодически так и будут сейчас возникать. И мешать мне. Так, что мне надо тут сделать-то? Так, и что это? Видно, что это не работает. А ты? Нет, что-то не работает. Что-то сломано. Давай думать и гадать. Может быть, с этим что-то не так? Меня эти кушки теперь везде отвлекают. А-а-а. Хорошечно. С тобой что-то не так, да, друг? Так, ну это трогать не надо. Может быть, отсюда надо их потянуть? Может, куда-то двигать надо? А, вот смотри-ка, указывает, по-моему. Да. Ну вот это трогать не надо, наверное, фигню. О, там у него какая-то желтая хрень торчит. Сюда ты можешь зайти, нет? Не погибнешь? Видимо, ботинки ее не пропускают. А дальше как бы все. Ну, туда зайти я... Так. А, все. Ты медал, заставка пошла. Мы умерли, но пошла заставка. Так, ты что делаешь? Подожди, я сломал игру только что? По-моему, сломал игру. Да ладно! Бог-громовержец Тор защищается молотом. Подожди, я сломал игру? Получается так? Я должен был отключить этот водопад и выйти. И что-то я должен был сделать. А я, получается, зашел туда уже умерший. Я не знаю, можно ли игру дальше продолжать. И что мне дальше делать теперь? Ну, игра-то, походу, сломана. А, ну у меня... А-а-а! Теперь я вот эти могу двигать. Не, ну если игра не сломана, тогда хорошо. Просто, ну... Это было самое лучшее мое прохождение, когда ты просто мертвый залетаешь и все. Так, а что мне надо сделать-то здесь? Что-то надо активировать как-то, да? Куда их двигать-то? Это ты двигать не можешь. А этот тоже не может двигать. Куда тебя надо двинуть? Ты только зад вперед, да? Что-то я понять не могу. Может, тебе до конца надо?
Допустим. Блин, вот теперь как бы меня не покидает ощущение, что, возможно, игра сломана, и я вообще все делаю зря. Ну, потому что, как бы, ты сам понимаешь, это прямо не есть хорошо. Да погоди ты. Конечно, забавно, что я смог проникнуть туда, минуя. Что с Мова там не так? Она же обратно может и погибнуть, наверное, когда туда зайдешь. Что с этой штукой не так? Но это что-то не работает никак. Это она не хочет делать. Вот эту штуку я могу только взаимодействовать. А, она спусти... А, я ее, короче, я ее правильно. Я ее куда-то на постамент, короче, вниз отправил. И она больше отсюда вылезти не может. Могу только вот так вот еще пододвинуть. Так, ты. Эта штука не взаимодействует. Ну, допустим. Как еще что можно сделать? Ну-ка, давай еще раз. Так, в журнале что-нибудь есть? Новое. Вот это мы с тобой не читаем. Так... Трелли Майя. Ягуары и древние воины майя разделили участь тайванских тигров. Все живое, что попадает в эту яркую ядовитую жидкость, погибает, но продолжает существовать в одной единственной цели – убить незваных гостей и сбросить их в яд, чтобы они пополнили ряды мертвых стражей. Более поздние цивилизации запечатали вход в развалины, чтобы кто-нибудь ненароком не угодил вниз и не присоединился к армии живых мертвецов. Эйтер. Согласно преданиям скальдов, эйтер – эликсир вечной жизни для богов, но при этом он же яд, производимый тварями вроде мидгарского змея. Он очень, это очень похоже на индуистские представления об амрите и на греческие об амброзии. Но только скальды были ближе всего к истине. Вещество действительно является ядом. Оно лишь дает иллюзию вечной жизни, оживляя трупы. Должно быть, в Бхогавате когда-то было такое же озеро Эйтра, с помощью которого были созданы трели-тигры. Позже оно пересохло или было уничтожено отцом. Пояс Тора. Легенда гласит, что только сила, которую дает волшебный пояс Мингенйорд, позволяла Тору взять в руки молот Миньорнир. Теперь мне ясно, что пояс тоже искусно украшенный более поздними владельцами, заряжает перчатки энергии. Они используют ее для перемещения крупных объектов, которые можно сдвинуть только в перчатках. Когда я нашел перчатки, в каждой должно было быть еще оставался заряд, который быстро иссяк без подписки от пояса. Теперь я понимаю, по какому принципу работает молот Тора. Понято. Постоянно подзаряжаемся. Может быть, что-то надо крутить, нет? Точно. Как это я так догадался, а? Опа! Башкиридзе подняли. А, ну это я вот так вот должен был, наверное, попасть внутрь и взять пояс, понятно. Мы хотя бы все равно это сделали, чтобы прекратился поток. Да, нам открылся проход. И мы такие должны были с тобой... должны были вот так вот сделать. Да? Да, и попасть сюда. Все правильно. Взять с тобой здесь вот эту штуку. И потом такие счастливые пойти обратно. Но мы с тобой сломали маленько игру. И взяли это не так. Но зато, смотри, мы, в принципе, молот сюда подвернули. И сделали так, как оно и должно было быть изначально. То есть, смотри, теперь мне надо уходить отсюда, что ли? Мне надо вот по вот этим столбам прыгать. Типа, ты вот это хочешь сказать мне? Типа, отсюда надо выходить. А еще можешь ее сокрутить? Ну все, вроде бы круг... Крутанули. А мне теперь только через отсюда выйти. Серьезно?
Так, ну вот эту я столб сюда поставил. То есть по ним надо будет прыгать, я так понимаю. Ну или что-то я не понимаю, ну давай. Ну давай. Ну куда ты, ну ё-моё? Ну не могла она разогнаться. Так. А, ты не стоишь до сих пор. Блин, и это до сих пор. Опять заново все делать. Как же я не догадался эту бушку-то крутануть, а? А мы, получается, самый главный-то источник перекрыли, когда вот эту поставили вот так вот. Ну, допустим. Все, там мы все с тобой взяли. Это теперь мы двигаем на этот постамент. В эту вот ямку. Все, упал. Отлично. Теперь получается... А здесь мы не можем лазить, нет? Не. Было бы на самом деле хорошо, чтобы если бы я как-то вот отсюда мог бы запрыгнуть. Может, как-то и можно? Может быть, типа мне надо было вот отсюда как-то прыгать. О! Теперь мы отсюда убегаем, да? А как убегать? Допустим. Оп. Опа, молодец. Так, ну это мы в самом начале с тобой оказались. И все, мы все с тобой затопили. Но теперь у нас получается, там стоит вот эта вот балка. Да, на которую, наверное, мы сможем оттуда теперь прыгнуть, я так думаю. Так, здесь у нас все обвалилось благополучно. Хотя не должно, видимо, было обваливаться, да? Она даже не... А ты можешь оттуда... Может, фуф. Я думал, не может. Потому что она даже вперед, как мне казалось, не смотрела. Ну, ты туда-то посмотри. Ну, куда ты переворачиваешься, подруга моя? Ну, зачем ты так делаешь-то? Во! Нашел все-таки. Как ее взбодрить. Так, давай, иди сюда. Надо до какой-нибудь контрольной точки дойти. Красавелла. Но зато мы тут уже всех с тобой побили. В смысле, мы тут всех побили, алло? Откуда ты вылез? На тебе. Еще разок. До свидания. Да-да-да. Не, ну они на самом деле какие-то бесполезные бичи. Просто бесполезные. Вот, а теперь мы, получается, на вот эту штуку можем прыгнуть. А зачем мы это, правда, делаем? Я не понимаю. Чем мы это... Чем мы тем самым добились с тобой? Ну, появилась эта штука здесь, и чё? А, типа, я могу отсюда выбраться, что ли? Да погоди ты. Я теперь могу и туда еще прыгнуть. Вроде как на молот могу, наверное, на вот этот вот. Да, могу, и сохранение прошло, отлично. Так, значит, все делаем правильно, раз и мы... А, ну теперь получается вот так вот и разогнаться и туды. Погоди, погоди. Тихо. Разбежавшись, прыгнуть со скалы. О, молодец. Фуф. Теперь, я так понимаю, отсюда надо уходить, я так думаю. Все обратно. Ой, блин.
Да куда ты? Все, обратно затопили и как бы и шуруем. Да? Но сверху-то больше ничего не льется, поэтому как бы, наверное, да? Чего ты все на вот этот камень не смотришь? А, вот оно чё! Теперь она его может двигать, а его куда? Так, погоди-ка, а его теперь куда? Вот оно чё, ну-ка. Так, это не то. Подсказка. У меня есть все, что надо для возвращения. А, все, возвращаемся. А, тут просто мы награду нашли. Все, отлично. А это просто как бы железяка, ну понятно. Давай ее в воду. Буль-буль. Хе-хе-хе. Ну, просто напроказничали. Все, у нас теперь есть все, что нам нужно для возвращения. Так, так, бежим. Так, еще я и пропустил еще и награду, отлично. Так, тут мы оставили мотоцикл свой, да? Тихо. Так, тихо, тихо, что там было? А, база? Ё-моё. Приныкалось тут. Правильно, без фонарика-то. Хоп. Хоп, хоп. Тихо. Мы же там изначально на входе какой-то имели этот кран, который надо было открывать, я вспомнил. Возможно, мы сейчас его как раз таки и сможем открыть. Погнали. Не понял, что мы тут мотик свой... А-а-а, ну конечно. Сейчас бы мы мотик свой оставили тут. Камни, которые можно двигать, подсвечены рунами. Хотел сказать иероглифами, но правильно, наверное, все-таки руны. Смотри теперь, повелительница камней, а? Что творит вообще? Тут мотоцикл хватит проехать? Без своего железного коня никуда. Так, тут были пауки, помню. Ну, конечно. Давай-ка маленько вот так вот сделаем. Мы с тобой ни разу так не дрались. Отошли отсюда. Хе-хе-хе. Устроили тут им заварушку. Ой, еще и мелкие. До свидания. Так, а мне здесь тоже, да, делать нечего, поэтому поехали отсюда. Да, там в самом начале был этот кран. Скорее всего, мы сейчас его с тобой откроем. У-ху! У-ху! Ну, блин! Я поздно заметил, что он у меня стоит на месте. Кстати, по новой образовались вот эти вот вазы. Может, не по новой, конечно. Так, а здесь мне опять надо открывать эту штуку. Видимо, да. Так, ты будешь ходить тут? Ну и что ты завис вот опять? Во, он завис, вот такая стоит. Ничего не делает. Так, мне надо туда прыгнуть. Да, чтобы открыть мне ворота. Это-то мы уже знаем, это мы уже ученые, мы с тобой проходили. Во, сейчас пауки, скорее всего, придут. Да, и пофигу на этих пауков, поехали. Фу-ху!
У-ху! Всех пауков тут поуничтожали, что даже скучно ехать. Никого нету. Так, вот он, этот крат, про который я говорил. То где? Кто-то где-то рычит. Так, вот этого ягуара мы поставили. Как она с тобой это все таскает, я в душе не знаю. Так, какая-то жиза, ой, это жижа какая-то ржавая потекла. Че ты так смотришь? Все? Хм. Как этот однорукий бандит какой-то. Так, тихо. А как? Подожди, мне вниз надо ехать? Не понял. Ну конечно вниз, ага. Я думал, там уж какой-то подземный уровень. Да все, я понял. Я еще подумал, мотоцикл так хорошо разгоняется. А, я не открыл. Бульк? Одна главное морда ягуара закрыта, другая такая орет. Все, я погнал. Так, ну надо хорошо так разогнаться нам с тобой. Готовы? Да ё-моё! Ё-моё, а! Давай еще раз. Бульк? Бульк? Давай прям отсюда ехать и все. Да куда ты его бьешь-то? Прыгай и все. О, а я думал, не перепрыгнет. Во, поехали. Ой, как красиво-то. Нифига у тебя. Зип, у меня есть все, чтобы достать молот Торн. Ты уже нашел более точные координаты? Да, я обработал фотографии, сделанные твоим отцом. Загружаю в твой кабинет. А что насчет второго задания? Пока еще не нашел их. Продолжай работу. Отлично. Я дам знать, когда прибуду на остров Янмай. Как она так перемещается, везде такая лихая, деловая. Правильно, Зип все делает, всю грязную работу. Покупает ей там билеты, наверное, еще что-нибудь. Молот Торн, пожалуй, самое мощное оружие из легенд. Настолько мощное, что способен убить даже бессмертного полубога Йормунганда в огне финальной битвы Рагнарёка. Но я ищу силу, ответы, правду о легендах, посвященных этим древним устройством. Так, зимняя одежда тяжелая, зимняя одежда легкая. Я даже не знаю, слушай. Мне как-то в легкой одежде такая, типа, мерзнет, такая бррр. А в этой такая более... Опять же, непонятно, насколько она в холодную местность отправляется и куда она отправляется. Давай легкую возьмем, как-то она так беленькая такая. Давай легкую возьмем. Ой, что бы взять-то такое? Штурмовую винтовку мы с тобой так и не видели, давай ее возьмем. Я просто два раза ее выбирал и два раза ее не брал. Кстати, помнишь тот здоровенный корабль Аманды? Тот, что лежит на дне Средиземного моря? Ага, тот самый. У него есть сестра, Тисифона, стоит у берегов Таиланда. Похоже, они собирают объедки после тебя. Отличная работа, Зип. Спасибо. Тебе надо бы отдохнуть. Дальше я все сделаю сама. Береги себя, Лара. Когда встретишь Аманду, передай ей от меня привет. Шапку бы было бы неплохо бы одеть на самом деле. Потому что тут главное, чтобы шапка была в тепле. Голова, чтобы была в тепле. Ну как бы, ну это реально. Хотя тут в пещере может быть и потеплее. Врата мертвых. Открыта новая запись в журнале. Ну-ка, погоди-ка. Ну ничего такая. Так, тут мы собираем кубки с тобой, да?
Заканчивать сейчас будем с тобой потихоньку. Давай прочитаем, что там в журнале у нас. Экспедиция на Ян Майен. Я нашел пояс и перчатки Тора в местах, близких к цивилизации, значит, молот точно никто не трогал. Быть может, раз это место настолько глухое, моим поискам не помешают мертвецы-стражи. Я же все прочитал. Да. Ну, поехали тогда до первой контрольной точки, и на этом будем заканчивать. Тем более, началась новая глава, то мы с тобой успешно завершили. Идут туннелище. Открывай ворота. И теперь крутая, что везде так это можешь делать. Вот так, серьезно. Ну не закрывайся, ладно. Нормальное сушеустройство. Я тоже такое хотел. Ё-моё! Я прям вижу мои там мучения и сгорающие нервы на этих прыжках. Ладно. Ух ты, стоит, смотри, Искарима уже, чувак. Ладненько, ребята, давайте на этом на сегодня закончим. Тем более, что пошла уже по смыслу уже новая глава. А то мы так удачно в одну серию с тобой уместим. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, мне этого очень и очень не хватает. А с вами был Чердак Норб, увидимся с вами в следующих сериях, играх, стримах. Всех с наступающим Новым Годом. Пусть в этом новом году у вас исполнятся все ваши мечты, стройте планы, чего-то достигайте. Пусть то, что вы запланируете, пусть у вас осуществится. Ну а с вами был Чердак Норб, все, всем пока-пока и будьте здоровы. Чего, Арка, мерзнешь? Ну не мерзни, все нормально будет.